Расскажите, пожалуйста, как прошла сегодня игра для вашей команды? Победили 5-1. Забили на 3-й минуте. Там что-то сложно, сложно было. Нервничали, по позициям не разобрались. Потом вроде собрались во втором тайме. Соперник успел сравнять 1-1. Ну потом, не знаю, мастерством этот класс быстрый смог, контратаки и только еще 5-1 выиграли. Главное, пешка взяли. Сейчас последние туры. Уже, наверное, не качество игры, а набранный балл. Самое важное.